В Федеральном агентстве по делам национальностей прошел медиафорум для представителей этнокультуры, исполнительных органов власти, а также журналистского сообщества. Главная тема заседания – государственная и национальная политика России, проблема информационного обеспечения. Миссией СМИ должно быть просвещение и информирование, направленное на созидание, а не на разрушение. Такими словами открыл второй московский медиафорум, посвященный проблемам информационного обеспечения национальной политики, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов. Задача, самое главное, не навреди. Любую информацию, вы сами знаете, можно преподнести как с положительной стороны, так и с отрицательной. На форуме обсуждалась необходимость повышения качества и объективности СМИ в вопросах освещения межэтнической проблематики и очевидный дефицит журналистов, способных объективно преподносить информацию на эту тему. Наша задача прежде всего показать журналистам, где можно брать объективную информацию. Очень много информации распространяется по интернету, и вопрос ее объективности встает очень и очень открыто. Создание официальных и достоверных источников, прямое взаимодействие журналистов с национальными общественными объединениями. Такие варианты решения проблемы прозвучали во время форума. Также журналисты рассказали о своих уже существующих успешных практиках в деле освещения темы межнациональных отношений. Идти от частного к общему, не от общего к частному, что смотрите, у нас какие праздники прекрасные, и все здесь счастливы, и все у нас люди хорошие, от частного к общему, то есть за счет того, что мы показываем определенных героев, определенные поступки представителей этих народов, мы можем создать образ положительный вокруг всего народа. От Люберецкого округа на медиафоруме выступила Екатерина Дегтярева, председатель комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Люберецкого района и генеральный директор телеканала ЛРТ. Это правда, что ответственность журналиста должна быть. Но я как руководитель могу сказать, что прежде всего еще нужно работать с самими руководителями телеканалов, там, печатных СМИ, потому что они все понимают эту ответственность. И может быть даже какой-то круглый стол конкретно, отдельно для руководителей СМИ. Только за 2016 год коллектив Люберецкого телевидения создал свыше 130 программ, посвященных теме межнациональных отношений. На заседании Екатерина Дегтярева представила фильм-отчет о проделанной работе. Итоги второго московского медиафорума «Государственная и национальная политика России. Проблемы информационного обеспечения» будут обобщены, и решено, что все поступившие предложения направят в профильные ведомства. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.